19 тонн черного металла пытался вывести из Казахстана гражданин России. Мужчину задержали на границе сотрудники погранслужбы. У него не оказалось необходимых документов на вывоз металла, что и послужило поводом для задержания. Сейчас нарушитель вместе с грузом находится в РУВД Мартукского района. Идет разбирательство. Пограничниками отделения погранконтроля Жайсан Актюбинского погранотряда при осуществлении пограничного контроля задержан гражданин Российской Федерации, который пытался на автомашине МАН вывести из Казахстана 19 тонн лома черного металла. Следует отметить, что месяц назад текущего года в данном же пункте пропуска пограничники пресекли незаконный провоз через государственную границу около 100 тонн цветного металла на сумму 120 миллионов тенге.